Лучшее упражнение, чтобы быстро разыграть пальцы левой руки. Ловите. Находим бас до, он находится на втором ряду, нота с ямкой посередине. Вот он. Нажимаем его пятым пальцем, затем нажимаем четвертым, нажимаем третьим, нажимаем вторым. Все вместе. Пятым, четвертым, третьим, вторым. Теперь зацикливаем. 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Важно, чтобы не было пауз между пальцами, чтобы было ровно. Ровно, 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 ровно. Как будто считалочка. А теперь чуть быстрее. Делайте это упражнение буквально минуту, и ваши пальцы придут в полную боевую готовность. Больше упражнений в моем авторском видеокурсе по развитию техники аккордеониста. Ссылка находится в описании. Всем пока! Лучшее упражнение, чтобы быстро разыграть пальцы левой руки. Ловите. Находим бас до, он находится на втором ряду, нота с ямкой посередине. Вот он. Нажимаем его пятым пальцем, затем нажимаем четвертым.